Приветствую вас на канале Европлант Лайф, и сегодня мы находимся в районе Токсова, в саду Аллы Кургановой. Алла, здравствуйте. здравствуйте! Спасибо огромное, что пригласили в ваш сад и не постеснялись, пригласили, можно сказать, в перерыве цветения, в середине июля, потому что люди обычно говорят, что «ну вот, сейчас одно у меня отцвело, другое не зацвело». Я думаю, что у настоящего садовода такой проблемы не должно возникать. Нет. Вот, да. А, а, о чем мы, собственно, так прекрасен всегда. Да, что, собственно, мы и демонстрируем сейчас в кадре, потому что, несмотря на то, что у вас всего две розы, зато какие. Расскажите, на, наверное, зрители же обязательно спросят, что за сорт, что за вид. Это Excel, да, взяла два черенка, один второй. Вот, пожалуйста, один всегда такого цвета, там один цветочек, два бывает розовый. А это вот... Хочу обратить внимание, зрителей, что на одном кусту розы растут и вот бледно-розовые цветы, и вот такие вот малиновые. Правильно? Да. Это же у вас не вместе посажено? Нет, нет. Один я, черенок. Я проверю. И эта роза еще и ароматная, да? Насколько я понял. А мы все нюхаем. Иногда пробуем. Да. Роза прекрасно пахнет, хороший вообще аромат. Ну, скажите, как это вообще зимует, потому что. Ну, естественно, укрывная, все заваливается вниз, закрывается панбондом сив 62 два слоя, все. Дуги ставятся. И все. И, и все. собственно, дома это все там и находится, Вы ничего не до проветриваете? Апреля, наверное, до, конца апреля. до конца апреля. Нет, апреля. ничего не проветривается. Сколько это уже вот растет на одном месте? У вас? Лет шесть. То есть, это вот за шесть лет вырос такой огромный да. куст? Вообще прекрасно. Я считаю, что обязательно надо не бояться и в Ленобласти сажать вот такие вот плетистые розы. Да, естественно. Пойдемте дальше. Знаю, да. что у вас есть одно очень интересное растение, которого ни у кого, наверное, в Ленобласти нету, возможно. Какое? По крайней мере, я не видел. Какое? Гортензия. Гортензия макрофила. Гортензия садовая, гортензия крупно листная, макрофила, зора, сорт зора, да. Вот такие темные ноги, вот такие вот темные ноги, цветы. Вот видите, они всякие разные сейчас. Потом она покрасится вообще в темно фиолетовый цвет, и потом станет такой зеленовато кожаный какой-то такой. Вот видите, все присутствует. Вот она такая огромная, огромная. Она укрывная. Это понятно. Слышите, ну с ней сложнее, чем с розами, например. Да, с ней посложнее. Здесь э, дуги, потом мешки э, с дубовым листом, ага. потом спанбонд и потом пленка. Без с... продухов. Главный секрет, я так понимаю, в мешках с дубовым листом. Я не первый раз слышу уже этот рецепт. И я так понимаю, что схема это рабочая. Да. Видимо, да. То есть для вообще вот крупнолистных гортензий можно смело использовать этот метод. Да. Но не для всех. Не есть и все другие способы, да. Но у вас это не единственная гортензия. Не единственная. Крупнолистная, поэтому мы сейчас еще обязательно посмотрим другие. Хорошо. И вы с нами поделитесь. Ну что, пойдемте дальше. дальше. Слушайте, ну это метельчатая гортензия, да. Да. Которая у всех растет и. Ее это ВИМСР. Вимсред. Это одна из ранних гортензий. Хорошего у вас такого размера. Крупные цветочки на высоких ножках стоит. И потом она у вас по осени будет красной. Да, все верно. Прекрасная. Она еще и пахнет. Да, у нее еще довольно приятный медовый аромат. Это сумах. Да, слушайте, вот я узнаю это растение. У меня оно тоже в саду присутствует, но у меня оно стабильно вымерзает по уровню снега. Как у вас на вашем опыте? Вот, Давно ли у вас хочу, вот. опыт живет, наверное, лет 8-9. Ну, подмерзание было, ну, такое незначительно. Ну, вот хвостик подмерзший. Ну, его даже не убрать. Скажите, цветение-то есть? Цветение есть! Вот, вот оно это было, вот... вот оно было, но никогда у меня не сохраняются эти свечки красные. Свечки. Хотя я опрыскиваю их регулярно, но все время кто-то, я даже не знаю, наверное, сжирает. Ага, вот так вот. Да, наверное, кто-то ест. В общем, тоже к растению нужно найти свой подход. Скажите, ну, еще и многие, вот сейчас наверняка нас будут смотреть, кто те, кто живут южнее или области они говорят: вы посадили жуткий сорняк, сорит, расползается. Да, да. Есть такое? Все Лопата. Равно... Лопата? То есть все равно и у нас в Ленобласти это небезопасное да. растение. Да. Вот же, пожалуйста. Ага, то есть это вот эта веточка это вот. уже да. поросль. Да. Ну, она здесь не мешает, так что пускай. Так что, пахнет. несмотря на то, что даже если вы сажаете с ума в Ленобласти, будьте готовы к тому, что он у вас поползет. Да, поползет. Но свечки вырастить можно, главное, успеть их уберечь. Это точно. Ну что, пойдемте дальше, чем попластаетесь еще? А, вот! Блэклэйс. Слушайте, прекрасное растение, да, бузина черная, Блэклэйс. Тоже довольно таки пограничное растение для Ленобласти, да. потому что многие говорят, что вот не зимуют. У меня зимует, я не знаю почему. <сöring> 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 То есть вы его <сёр Exploding> не укрываете? Claro, конечно, вот она, вот уровень снега, наверное, вот такой. Мы дорожки зимой чистим, мы сейчас здесь живем. То есть вот. она... она в снегу? Просто Конечно. по уровню снега обмерзает, но да. быстро восстанавливается. Да, да, да. И вот эта красота, она еще цветет прекрасно. То есть, в принципе, если хочется получить небольшой компактный куст, то есть он просто не будет большим. Да, не будет большим. То есть это его как бы вот да. максимальная величина. Подбить чем-то сделать нижний ярус вполне можно посадить. Да. Да. Прекрасно берем на вооружение еще одно красивое растение с ажурными, такими кружевными, темными листочками. Еще и очень красиво цветущее, к сожалению, не сегодня. Вот эта красотка тоже красивая, это мохито. Так, да, еще одна метельчатая гортензия. Слушайте, у вас все гортензии так рано цветут или год такой? Нет, не все. Кто-то еще только-только начинает. Но это тоже одна из ранних ход. Вот это позднее. Ага. Вот это вообще зацветает, когда уже, можно сказать, заморозки. Это жемчужина фестиваля, она явно не нашего. Ну, это вообще такая коллекционная, да, ну, да. А для нас вот... Чем вот, раньше да. и чем дольше. То есть начинают цвести в июле и будет цвести, собственно, да. до морозов. Прекрасная садовая ландшафт. Вот история. еще прелесть. Посмотрите, какая гортензия инфинити. Ножки красные, листики темные всегда. Вот такая вот красотка. Она одна из самых ранних. Такие пупышечки интересные у нее всегда. Ну, вот тоже, да, и хорошо, смотрите, у вас это все задекорировано камнями, осокой, а и даже когда это растение, собственно, находится в период покоя, все равно вот это место у вас, оно играет. Да, и потом это тоже пахнущая же гортензия. Почему-то люди вот любят плотно набитые шапки, не любят вот эти вот прекрасные гортензии, которые имеют фертильные цветочки, которые же имеют еще и иногда довольно-таки индивидуальный аромат. Да. Вот, а частности... потом для букета, для зимнего. Вот такие гораздо лучше засушиваются, интереснее смотрятся, в букете. чем туго набитые, да, плотно. Так мы подошли к еще одному месту, где у вас растут крупнолистные гортензии. Расскажите, что это у вас такое за чудо? Это щереночка. Она хранится по-другому, не так как зора. Она здесь не живет, она не хочет зимовать в грунте. Она сидит в горшке. Просто берется горшок в парнике, вырывается ямка, кладется на бочок, кладется фанерка. И все это закапывается землей слоем ну, сантиметров 20. А дальше... Ну, достаточно глубоко. Ну, вот такой слой, да. А дальше пару мешков с листьями, опять-таки с дубовыми, там, ну, непонятно, что вы соберете, там, неважно что. Потому что парник поликарбонатный, и зимой в нем гораздо холоднее, чем на улице получается. Нет. ну, в принципе, тоже рабочий способ, потому что, ну, вот у меня, например, счастливый обладатель трехкомнатного погреба, поэтому у меня можно все так занес, вынес. Нету. Да, а у кого нету, в принципе, тоже берите на вооружение, что растение можно просто закопать в парнике, в грядке и чем-то просто накрыть целиком да? его там, да. собственно. Ну, вот эта красотка Снимала. цветет больше с этой стороны. Не знаю, почему ей так... А потом, да, мы сторону. снимем ее из той стороны просто. А пока расскажем. Слушайте, ну вот многие тоже интересуются, как покрасить гортензию. Вы ее как-то специально... Нет, я ничего не крашу. У меня достаточно кислая почва. У меня кругом сосны. Поэтому у меня самой получается ну, вот, вот, вот да. такой цвет. Вот, вот это... Всем, да, один цветочек, а. вот, например имеет такой более розовато-сереневатый да, такой. А остальные вот такие вот голубые. То есть никаких квасцов? Нет, я не Никаких. Использую. Ничего подкисляющего ничего нет. нет. А еще есть одна гортезия, она более вот такая розовато сиреневатая, потому что там изначально у меня сидели луковичные растения, и туда я, естественно, много залы клала. И вот она уже третий год сидит там, и она не хочет быть вот такого цвета. Угу. Она вот такая. Скажите, и ну зиму... такой большой куст вы же не выкапываете? Нет-нет, это зимует здесь, просто пригнутая и закрытая полиэтиленом. Это... Менее прихотливая. То есть Ой, не да. все макрофилы... Вот смотрите, мы уже смотрим третью у вас крупнолистную гортензию, и каждый индивидуальный подход. Да. Одну не выкапываете, накрываете, да. другую выкапываете да. и докапываете. Да. А с этим вообще максимально просто кусочек пленки, доска, кирпич сверху, по возможности, как можно ниже пригнуть. Ну да, ниже пригнуть, и все, и под сугроб уйдет. Прекрасно. И у вас будут не только метельчатые гортензии в саду, но и вот такие вот прекрасные, красивые, крупнолистные гортензии всех цветов. Такала, ну, я смотрю, у вас еще есть одно интересное растение, которое Багрян. вот все чаще, да, да, упоминается у многих ландшафтных дизайнеров и садоводов-любителей, довольно-таки новое для наших садов. Багряник, правильно? Багряник. Багряник японский. Расскажите, чем это растение так вам вот тоже вот полюбилось? Во-первых, у него очень красивые листва. Вот сейчас она пока вся одинаковая. А потом она будет и желтая, и со всякими зеленым рисуночком здесь, и в оранжевый цвет уходит. Вот нарядный листвой. А потом запах. Еще у него существует запах. Ну, какой-то период определенной времени. Вот иногда весной пахнет, и еще чуть-чуть пахнет осенью. Ну, вот а сейчас, сейчас, да, к сожалению. Я знаю, что у него такой есть запах выпечки. Пряников. Пряников. Пряников, я бы сказала, пряников. Слушай, ну и еще он вообще я знаю, красиво цветет. У меня ни разу как не этим? цвел. Пока нет. А, а, сколько лет вот этому уже такому приличному деревцу? О, лет девять. Вот О. этой части сада 10 лет ровно. Вот ему, наверное, лет 9. То есть, в принципе, ну, растет он довольно-таки быстро. Да, и это, наверное, его уже такая высота, где он уже притормаживает. Это, наверное, выше расти сильно не будет. То есть, в принципе, растение это довольно уверенно. компактное. Во-первых, мне нравится, что оно узкое. Узкое, да. да. То есть вы его никак не стрижете ну, никак? никак. Только вот то, что подсохли кончик ну, вот обрезаю. Санитарная стрижка. Да, только. санитарная стрижка. Это лиственница. Аритоза бог. Называется. Слушайте, какая прелесть. Вы так смело ее схватили. Я подумал, блин, это же должно быть что-то колючее. Нет, это не колючее. Что выглядит вот как можжевельник. Всегда такая форма. Вот кругленький шарик. Годовой прирост очень маленький. Всего вот сантиметра 4. Не подмерзает, ничего. Вот так живет хорошо. То есть для нашего климата Годит. лучше, чем можжевельник. А смотрится хуже. И главное, что еще не колется. <laughs> То есть такое хвойное, которое тебя не обидит, ну и прекрасно зимует. Да. И зимой это, естественно, как все лиственницы. Сбрасывают, да. Сбрасывают. Ну, для зимы вот у меня прекрасное растение вот это. Вот это для зимы? Да. Вот здесь вот такая структура будет красивая. Это карагана на штамбе. Ага, это карагана на штамбе, такая плакучая форма у нее, да? Да, да. И она такой вот содержит свой каркас красивый. Да, очень красиво. Вообще, Вы Когда гормон, сказали что-то да? до зимы, я подумал, что это что-то вечно-зеленое. Нет, нет, это графика. Просто вот зимой любоваться из окошка очень интересно. Ну, вот такую елочку можно посмотреть красивую. Она выросла за э, 10 лет ей. С 2014 -го года она привезена Ай. вот такой маленькой штучкой. Прекрасная десятилетняя елочка. Да. Ну, без хвойных в саду никак, да. Я никак. к ним отношусь довольно скептически, но, как правило, люди любят сейчас делать целиком хвойные сады и, мне кажется, компактное а растение, которое это... за 10 лет занимает не больше, чем квадратный да? метр это да. уже огромный плюс. Так, Алла, ну расскажите нам про это прекрасное дерево: Черемуха краснолистная, Canadian Red. Вот я смотрю, сразу же спрошу: это. Она. Ага. То есть черемуха краснолистная, краснолистная далеко не сразу становится. Да, не сразу. Она стрижется, она краснеет в этот момент, а потом выпускают молодые побеги, вот там на макушечке видны, они будут зеленые. И Сейчас будет я такая попробую разноцветная стоять. нашим зрителям показать, да. Вот такие вот зеленые приросты сначала у нее отрастают, и я так понимаю, что пугаться этого не надо, потому что многие захотят такое растение приобрести. Вот, и увидят, что оно зелененькое будет. Например, там в П-9 в маленьком горшочке продаваться. Да. А потом у него листики краснеют. И Вот тоже вот. Тут такой листик даже есть, который вот зелененький, с красной полосочкой. Алла, вот хочу вас спросить по поводу мощения, потому что у вас оно довольно-таки интересное. И, кроме того, у вас края цветников еще оформлены вот такими различными кусочками дерева, необработанного, корягами, какими-то да. пеньками. Вы, я смотрю, не боитесь ни гнили, ни муравьев. Нет. Не мха, который у вас растет в брусчатке. Да. Скажите, это какая-то ваша задумка? Вы или вы где-то подсмотрели? Нет, это моя задумка. Вот такая кривая дорожка. Замастила это я сама. Здесь не могу сказать, что песок. У нас вообще песчаный, как бы, грунт. Здесь такой. То есть прямо на грунт. Прямо да? на грунт положила, да. И поэтому затягивается с удовольствием ухом, и сюда все сеется очень. Сеются прострелы, сеются печеночницы, коих здесь тоже очень много. Ну и благодаря тому, что все это находится под соснами, собственно, здесь мох, а не трава. Потому что да. место такое тенистое. Получается. Ну, да, Там участки практически нету. Да, да. Здесь везде слой мульчи сантиметров пять. Везде, абсолютно, поэтому здесь работы с прополкой мало. Прекрасно. Еще одно для наших зрителей лайфхак. Зрители все любят лайфхаки. Да. Это мульча. Кладить ее везде, и побольше, и не менее 5 сантиметров, да. правильно? Она у меня своя, потому что вот у меня. А, собственно, сосна сама кладет мульчу вам в цветники. Да, я только это подметаю веточкой. Ну и, собственно, вот эти вот тоже элементы дизайна, это все тоже как бы то, что называется с неба упало. Да, можно так сказать. Вот насчет муравьев, вот в камнях они у меня, да, есть, а в корягах почему-то у меня нет, в отличие от вас. Здесь очень много хост, очень много хост, у меня больше 400 сортов уже. 400 сортов хост. Да. Да. Вот здесь еще поменьше они, а в старом саду они вот такие, как они должны быть за 15 лет. Ну, зрители, я не простит, если после слова 400 сортов хост мы не пойдем и не посмотрим хосты. Вот это колор-фестиваль. Посмотрите, сколько разных оттенков. И желтый, тут и зеленый, и салатовый, и белый. Ну, вообще. После, я смотрю, прям сочетает все лучшее сразу. То есть это и довольно крупный лист, и белые, и желтые, и зеленые оттенки. Да, и цветет она, если дружно, вот так вот, то вообще очень симпатично. Ну, недолго, естественно. Ну, собственно, не за цветение мы любим. Не за цветение, да. За листики. Еще хотел спросить: вот такие вот ягодки у вас тут? Это воронец. Ага, тоже, слышите, как он красиво цветет, я почему-то никогда не заставлял его в ягодках. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, красивые красненькие осенние ягодки в середине июля. Да. Гортензия полстар. Метельчатая. Алла, расскажите, что у вас за такие красивые ягодки? Наконец-таки я нашел, что в саду покушать. Это не покушать. Черт. Это вот такие были желтые цветочки, потом становятся такие ягодки. Это декоративная, несъедобная, называется дюшинея. Ну вот тоже, да, как вариант прекрасного почвопокровного многолетника. Да. Да. Как, который, помимо того, что ну, цветет красивыми цветочками беленькими, потом вот эти Желтенький. вот ягодки довольно-таки. А, они еще и желтенькие Если беленькие, есть и желтенькие. А, и ягодка это, это держится довольно долго. Долго, да, так, да. Так. Сорняк Очень... жуткий. Полоть надо. Прекрасно. Слышите, но когда сорняк жуткий поднимается не выше 10 сантиметров. То ему прощается. Да, ему можно многое простить, тем более, что вот это вот это вот. Да. Довольно легко выдрать. Совершенно верно. Я у вас потом украду у себя Крадите. <связь> И все это тоже, да, прекрасно лежит на кизильнике горизонтальном, который тоже зимует в Ленобласти плохо. Но если делать его вот таким Правда? вот низеньким, ну, если он отрастает, все, что торчит из-под снега, оно подмерзает. В таком виде совершенно да, в таком виде, прекрасный, да, да почвопокровный кустик. Ну что, двигаемся мимо роз дальше, дальше в сторону хост. Это моя любимица Клеарфор Криво и и стрим Слушайте, вообще, ну, вот это, конечно, шикарный хвост Мне да. нравятся. Вот они в такой кондиции большого объема. Когда они, когда они действительно вот такие вот да. масштабные. Не что-то такое, к чему нужно низко поклониться и раздвинуть. Да. Вот. Ни и одна количество... розеточка, ни хвостик маленький, а именно. И вот... ландшафтные сорта. Да. Вот такая огромная жабка. Смотрите, какая вся рифленая. Потрясающий плотный очень лист, красивый, плотный. фактурный. Смотрите, вот как само течение всякое разное, так и здесь и так вот шелестят. И Треть. смотрите, я смотрю, она у вас сидит на солнце. Да. Хотя говорят, что желтые вот такие вот и белые сорта плохо выносят солнечный свет, часто подгорают. Хорошо. У вас я Ей практически никаких... Ну, вот чуть где-то белесый лист, но ничуть на декоративность это не влияет. То есть сидит на солнышке и прекрасно чувствует. Берем на заметку хороший ландшафтный сорт хоста, да. Потому что, конечно, это у вас 400, а вообще их сколько? Под 2000, наверное, сейчас если Ой, гораздо больше. Ну, понимаете, люди, которые начинают этим увлекаться, найти свой хороший сорт довольно-таки сложно. Тем более участки у всех небольшие то вы обладатель 20 соток. А попробуй умести на 8, на 6 сотках. Вот таких огромных? Да. <laughs> Невозможно. Хочется купить одну хорошую. Вот обращаем внимание наших зрителей на два прекрасных сорта. Да? Ну и пойдемте дальше, где вообще сейчас мы. Зайдем в ваши тропические красивые большие хосты. Хорошо. Пойдемте. Ну что, покажем нашим зрителям вашу огромную коллекцию пост. Я думаю, что мы не будем их терзать рассказом про каждый из 400 ваших сортов, но я думаю, что вот достаточно снять вот большой красивый панорамы, чтобы убедиться, что это действительно очень красивые растения, что ну просто не иметь их в саду, наверное, невозможно. Да. И понятно, что у вас 14 сортов сейчас остановиться тоже невозможно. невозможно. Пока есть место, не купить еще один красивый сорт. Слышите, ну это вообще просто потрясающе. Вообще, конечно, размеры листа, фактура листа совершенно разнообразные. Вот такие они должны быть, вот, вот, вот такие. Тогда только они показывают себя. Наверняка нас будут терзать. Что за сорта. Давайте вы нам каких-нибудь выберите пятерку ваших любимых. Ниагара. Так, вот это вот. Ниагара это то, что большое. Да, 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 вот это вот огромное. Большая. Стану да, для масштаба. Очень длинные такие на черешках. Листья сами по себе небольшие, но она на высоком таком. Высокая, черешке. да. Поэтому... Вот это американ Хала очень тоже красивая просто ну уже тоже чуть пониже пониже да вот ваши любимица. Слушай, ну вот это ну тоже. это либерти ну либерти это такой тоже уже достаточно старый сорт да но да очень хороший старый. и очень проверенный красивый ну вот еще тоже замечательный сорт не мог пройти мимо хоть у Алы не входит она в ее пятерку любимец но в мою, наверное, с сегодняшнего дня войдет. Франц Вильям, да, сорт называется. Ага. Вообще шикарный, тоже огромный куст. Я так понимаю, что это одна вот такая вот кочка, которая самостоятельно вот так разрослась. Да. Просто потрясающие огромные листики такие. Ей Креп... примерно лет 15. 15 лет. Ну, это солидный возраст. Да. То есть, если мы купим такую штучку в P9, да. Через 15 лет, лет получите. Мы получим может, такую красоту. Может быть, вы раньше получите, потому что у меня все-таки здесь большой слой песка и влага. Ну, то есть тоже зависит да. от условий. Да? да. Чем условия лучше, тем растения, естественно, и развиваются быстрее. Вылезаю аккуратно из вашей красоты. Пам-пам. Алла, скажите, а что это у вас за такие стручочки, сережки висят? Необычный какой-то кустик я увидел. Это бобовник. Золотой дождь. Это как глициния, только вот в желтом цвете. То есть, это вообще когда цветет? Это огромный, большой, такая да. желтая гроздь, да, насколько я помню. Да, да. И это растет у нас в Ленобласти. Да растет в Ленобласти. Вот оно, видите, сколько? Метра три, наверное, с половиной дерева потрясающе, надо будет приехать к вам в начале июня и поснимать, потому что тоже удивительно в Ленобласти, мне кажется, что это просто считанные десятки людей счастливые обладатели такого вообще прекрасного растения. Но вам выстроится очередь здесь за черенками, готовьтесь. И пришли мы, естественно, и к древовидной гортензии, которая тоже есть у Аллы Саду. И вот вы не поверите, вот эти вот большие шапки, это совершенно обычная старая гортензия Аннабель. Не Стронг Аннабель, не Баунти, не уайтбол а вот просто такие вот большие хорошие шапки. Что значит хороший уход, правильная стрижка и даже старое растение может выглядеть очень красиво и ландшафтно. И Потом надо отдать должное Алле как вообще человеку э, без образования ландшафтного дизайнера, создавшему вот такую красоту. Посмотрите, как хорошо это смотрится на контрасте. Здесь очень маленькие растения, противопокровные, низкие, вот такая красивая елочка молодила. Опять же, таки бордюр из кизильника. Вот здесь, вот бересклет, И все это лишний раз подчеркивает красоту крупного и маленького. На контрасте, мне кажется, это смотрится очень любопытно. Ну и для жителей Ленинградской области я еще хочу продемонстрировать, что у нас оказывается тут местами кое-где прекрасно растет такое вообще растение, как самшит. Традиционно из него делаются все прекрасные плотные английские изгороди. У нас, к сожалению, приходится замещать чем-то другим. Ну вот, надеяться на него как на изгородь нельзя, но посадить вот такой вот кустик и сохранить некоторым удается. И вот наша Алла Круганова тоже, я смотрю, вырастила прекрасное растение. Несмотря на сложную зиму, оно у вас, смотрите, совершенно не подмерзло. Прекрасно, чудесно выглядит. Замечательно. Да. Что хочется его сразу -то тоже завести. Но не буду. <с 2020> и вот еще красивая тут тоже волжаночка кукорашелистная тоже замечательное растение, потому что все знают огромную волжанку двудомную, и все ее очень боятся. А на самом деле волжанки бывают размером со стирбу, и ничем ее не хуже. Вот сейчас она, правда, уже немножко отцвела, но когда это цветет, я считаю, что это... Еще пока она симпатичная. Да, вот. она вот за счет этого петрушкового листа, да, она вообще будет симпатичная всегда. Никогда не развалится, не завалится, всегда будет красивым, аккуратным шариком. Так что тоже берем растение на вооружение, пока я вот тут у самшита присел. Понимаете меня? Прекрасно у вас линейки растут. Прям завидую вам, что все вообще такого красивого вообще оттенка, вообще густо, много, хорошо. У меня что-то одна листва растет. Ну и мы, смотрите, вы, мне оказывается, еще скрыли от меня тот факт, что у вас еще и есть несколько красивых листьев. прекрасно. Вот, мне кажется, любимая, хорошая хвойная, с которой можно обняться, погладить, которая тебя не уколет, не обидят. Потрясающий какой каркас? Расскажите нам, что за сорт? Сорт не знаю, какой покупался сто лет назад. Вот у нее. Минус тоже есть. У нее очень слабая нога. Вот если вы ее так потрогаете. Тогда не буду трогать. Зачем да трогать есть. растения за слабые ноги? Вот. Ага. И Чтобы она не падала зимой. Зимой ее часто заваливают. Ну, Там стоят два штыря, и она за прививку привязана. То есть всему все-таки есть свои секреты. Да, просто у меня у мамы такая же, я ей когда-то дарила. Ее просто за зиму положила. Ага. И она так до сих пор в таком наклоненном виде так и сидит ее не поднять. Поэтому вот там стоят две арматурины. Давайте посмотрим у вас еще одна. Я видел очень красивая лиственница с такими кудрявыми побегами. Давайте. Расскажите. Почему? Алла, ну вообще огромное дерево. Надеюсь, что нам удастся снять его целиком. ну, вообще, какой потрясающей красоты. Расскажите, что за сорт лиственницы такой это прекрасный? Это Хортман рекувер. Ага, это вот как в Хортман есть можжевельник? Да, вот он. Ага. Вот там, такой и вот есть еще такой же леший, и, как лиственница. И тоже, я так понимаю, никаких проблем с лиственницей нет? Никаких нет, никаких проблем нету. Вообще никаких. Прекрасно. Это в очередной в коллекции этих растений, которые всем нужны, правильно? Да, это всем надо точно. Не надо, не слишком. Но размер, да... До... Конечно, можно обстричь низ, убрать, но пока у меня есть место. Ну вот тоже за сколько лет такой деревцем растает? Ну, если вот этому участку ровно 10 лет, то, значит, ей, ну, 9, наверное. Ну, для 9-летнего дерева, да. мне кажется, это хороший размер, прекрасный, да. Да, это хороший. У... Алла, еще одна лиственница? Да, корник. Прекрасно тоже, совершенно неузнаваемое для лиственного растений. Издалека кажется, что это что-то другое, все что угодно. Стрижу, стригу. Вот то, что какие маленькие такие вырастают у нее розеточки и крупные приросты. Но чтобы ее укротить, нужна стрижка. Да, нужна так, стрижка. Ну и наверняка у нас зрители сейчас спросят, вот это что такое вообще? Это Борисовик. Черемен. Это хаканихлоя. Вот такая красивая травка. Ну вот особенно, конечно, меня корило это растение. Вот на фоне руки. Хочу, чтобы это было видно, какая, насколько мелкая и плотная такая хвоя, напоминающая мох. По-моему, потрясающе красивое растение для тенистых садов. Да. И несмотря на то, что это кипарисовик, за счет того, что он небольшого роста, я думаю, что он тоже неплохо зимует. В отличие да, от остальных. Неплохо, в отличие, да, от остальных, вот он. Как-то ему все совпало в этом месте. Всем доволен. Всем доволен. Этот жилец. А, ну что, на этом, Алла, к сожалению, мы заканчиваем да. нашу экскурсию. Во вашему саду можно сказать, бесконечно, надеюсь, что еще вы нас пригласите в другое время, в другой сезон, когда цветут какие-то другие растения, может быть, весной или осенью, и мы еще у вас поснимаем, а пока что мы... Прогуляемся и полюбуемся еще немножко вашим садом. Вам огромное спасибо Очень за спасибо. приглашение и за экскурсию. С вами был канал Европлант Лайф. И я, Андрей Смирнов, и хозяйка сада Алла Курганова. Всего доброго. Всего доброго.